На первый взгляд, простой класс в 43-й Белгородской школе. Только задания для учеников здесь необычные. Для обучения детей с аутизмом нужен особый подход. Это и специально оборудованные зоны в кабинетах, адаптированная программа и опытные наставники, тьюторы. Все это в регионе появилось во многом благодаря работе фонда «Выход в Белгороде». Супер, давай 5. Ты отлично выполнил это задание. Таких ресурсных классов для детей с аутизмом на весь регион пока 7. В Белгороде, Старом Осколе, Губкине и Валуйках. И все они – единственная возможность помочь особенным ученикам включиться в образовательный процесс наравне со сверстниками. Трудности в общении и социальной адаптации помогают преодолевать специальные инструменты. Один ребенок хочет пить, ему нужно об этом как-то сказать, а у кого-то что-то болит, да, это уже более такая серьезная проблема. Это вот пример, когда ребенок общается посредством карточек, причем это такая начальная ступень, можно сказать, когда с ребенком работают все равно над формированием коммуникации, в том числе и речи. За каждым ребенком закреплен отдельный тьютор. Павел Богачев порядка 20 лет работал учителем биологии, а затем прошел обучающие курсы и теперь вместе со своим подопечным, 12-летним Арсением, делает успехи в обучении. Мальчик любит петь и готов к новым открытиям. Во всем ему помогает наставник. Достаточно интересно работать с такими детьми, когда они начинают делать что-то новое, успешны в чем-то. Это, естественно, и большая заслуга тьюторов. Их тоже какая-то маленькая победа. Такие маленькие победы особенных школьников поддерживает и фонд поколения Андрея Скотча, регулярно помогая благотворительной организации помощи детям-аутистам. На этот раз сертификат на 1 миллион рублей. Вот этот проект, он, наверное, особенно дорог фонду поколения, потому что здесь речь идет о здоровье детей, о развитии детей. И вот программа, которая сегодня реализуется, она начата 3 года назад. И если сказать о финансовой поддержке, то она сегодня согласована в размере 16 миллионов рублей. И 11 миллионов рублей уже реализованы. И мы видим уже первые результаты. Эти средства пойдут на повышение квалификации специалистов и закупку нового оборудования в областные ресурсные классы для детей с аутизмом. Главное – помочь раскрыться таким особенным школьникам и не только выйти на контакт с миром, но даже обрести друзей.